Вот такая красивая осень пришла в Ирландию. Хотя, по сути, завтра уже начинается зима. Всем привет, меня зовут Евгений Ремезов. Я живу здесь, в Ирландии, уже более 16 лет и работаю здесь гидом. Сегодня в Ирландии большой праздник. Сегодня праздник Хэллоуин. Это, на самом деле, древний кельтский праздник, который называется Самхэйн, или как часто его называют Самхэйн. На самом деле это древний кельтский праздник, да, это означало окончание осени и начало зимы. Весь урожай нужно было собрать до этого дня, потому что считалось, что после этого дня, в ночь вот на Хэллоуин, земля разверзалась, и всякое нечто выходило на поверхность, и поэтому весь урожай, который оставался вдруг на земле, он считался проклятым. Поэтому нужно было собрать весь урожай именно до 1 ноября. Я уже частично затрагивал тему языческих праздников. Это было видео про день зимнего солнцестояния на холме Тара. И вот Хэллоуин, Самхэйн, который это вместе с тем тоже один из вот 8 праздников древнего кельтского календаря. Хэллоуин, он же Самхэйн, да, это древний кельтский праздник. Поэтому, когда пришло в Ирландию христианство, как бы взамен этого праздника был придуман христианский праздник, День всех святых. И поэтому праздник Хэллоуин, праздник Самхэйн, он назывался кануном Дня всех святых, что звучит как All Hallows Eve, то есть канун Дня всех святых. И в конечном итоге вот это вот длинное название, оно превратилось в Хэллоуин, и с тех пор как бы праздник так и называется – Хэллоуин. Это большой праздник. Раньше бедные ходили по богатым домам, стучались, просили какой-то еды, и за это они обещали собаки. Я сижу на заднем дворе просто домика, поэтому тут соседские звуки могут быть в эфире. Итак, бедные ходили по домам и просили подаяний у богатых горожан, и за это обещали за них молиться. Сейчас дети ходят по домам и кричат «трик-о-трит», и, в принципе, их угощают конфетами, всякими сладостями, всякими вкусняшками. И считается, что это очень важно, чтобы это очень... большая удача, если в ваш дом заходят дети. Чем больше заходит детей в дом, тем, значит, больше удачи будет в вашем доме. Поэтому принято их принимать, встречать и угощать конфетами, чтобы ваш дом посещал весь следующий год, посещала удача. Вот. Поэтому сейчас в Ирландии сегодня большой-большой праздник. Сейчас вот ждем, когда все стемнеет, и люди возвращаются с работы, и тогда дети начинают ходить по домам. Мы с детьми тоже пойдем по домам, пробежимся, и я постараюсь это все поснимать, показать вам, как проводится эта традиция здесь, происходит в Ирландии. Так что ждем сумерек. Ну вот, стемнело немножко, из окна заметил дым, значит, где-то жгут костер. Это еще одна характерная особенность Хэллоуина. Жгут костры, называется bonfire, как бы bone, как бы кости, то есть по сути fire of bones, костры из костей. Это когда скот забивали зимой, непригодный для, скажем, потом уже питания скот, и слабый скот, их сжигали кости. Но сейчас жгут всякие старые вещи, поддоны, деревяшки, мебель старую. По-хорошему этого делать нельзя, и сейчас, скорее всего, приедут пожарные все это тушить. Но все-таки такая традиция существует. Равно как и запрещено в Ирландии, к сожалению, наверное, к сожалению многих, в Ирландии запрещено взрывать фейерверки, запускать фейерверки, петарды. Они здесь нигде не... Машина прям специально приехала, машина, привезли кучу хлама и сжигают старые какие-то ящики, поддоны деревянные. Но, как я говорил, этого особо это не приветствуется. И, скорее всего, уже кто-то вызвал пожарных, они сейчас приедут.
Фейерверки, да, фейерверки запрещены. Фейерверки запрещены, их нигде не продают на территории Ирландии, но фейерверки продаются в Северной Ирландии, с которой у нас нет границы. И Brexit, кстати, сегодня был продлен. Сегодня был день X для вступления Brexit в силу. Но опять-таки продлили у нас все. И перепрыгивая, да, с темы на тему, в Северной Ирландии фейерверки продаются, поэтому оттуда, в отсутствие границы, оттуда их привозят, и здесь тоже это все бухает и взрывается. Но как такая добрая традиция, это вот сжигание старых вещей. Но народ уже видно собирается, люди выходят из домов и начинают ходить трикотритить, так называется. Вот, поэтому мы сейчас тоже собираемся и идем за вкусняшками. Ну что, шалость началась. Ну вот, видите, я на радостях празднества забыл дома батарейку от фотоаппарата. Батарейка села, поэтому буду продолжать снимать на телефон. Ну, то есть, вы видите, да, все очень восторженный праздник. Люди с удовольствием открывают двери, угощают детей. Что для всех это большой праздник. Очень важно, чтобы в ваш дом кто-то зашел. Ну и самое главное правило при посещении домов. Заходить нужно только в те дома, которые украшены. Значит, там вас ждут. Если дом не украшен, значит, там, возможно, люди не следуют этим традициям. Может быть, там просто никого нету. Поэтому в такие дома мы не заходим. А некоторые, видите, вот так даже заморачиваются по-серьезному. Очень сильно украшен дом. Тут вот всякие механизированные штуки. Мертвецы, вылезающие из земли. Очень-очень классно украшен дом. Зомби-диджей. А тут, смотрите, интересно сделали. Вау, еще и дым убегает. На окно сделали проекцию. Старые мультики. И дымина идет. Ну надо, начали сильно. Ай. Да, подумали, что я тоже трикотритить иду, но я уже не в том возрасте. Тут у нас все небо озаряется, потому что пускают фейерверки, пытаюсь поймать, но не успеваю. А вот, я нашел место, откуда их запускают. Ну, на самом деле, фейерверки, официальные фейерверки в Ирландии запускаются. И сегодня даже в парке будет, здесь у нас в городском парке будут запускать фейерверк. К сожалению, я не смогу туда попасть, потому что мне вот нужно сейчас в ночь уезжать на работу. Я еду в другой город, 4 часа. Чтобы завтра там начинать экскурсию. Поэтому, к сожалению,
не смогу вам показать красивый официальный фейерверк. Сейчас, конечно, еще было бы идеально заехать и в центр Дублина, например, в Temple Bar, потому что сейчас там будет шествие, карнавал, там будет ряженый сейчас ходить, там самое пекло начинается. Вот, к сожалению, да, я вот не смогу вам это показать. Но я думаю, все равно я погрузил вас немножко в атмосферу вот этого праздника, и у вас немножко будет представление о том, как это здесь все происходит. Поэтому на сегодня все. Подписываемся, ставим лайки. Всем слон. Happy Halloween!